Всем привет! Меня зовут Юлия, это программа «Спорт 3.0». В ближайшие несколько минут я познакомлю вас с увлекательными новостями из мира киберспорта. Смотри и слушай! Участники турнира FCDB Cup 17 прошли жеребьевку и узнали своих соперников в групповом этапе турнира. Так, в дисциплине CSGO команды разбились на две группы. В группе А конкуренцию Good Job составит титулованная команда Hellraisers, а в группе Б фаворитом называют казахстанскую команду Авангард. Результат жеребьевки в дисциплине FIFA 18 получился более-менее равномерным. Каждая из групп обещает напряженное и увлекательное противостояние киберфутболистов. Церемония вручения премии за главные достижения в области киберспорта и Sports Industry Awards состоялась в Лондоне. Эта премия вручается второй год подряд и поощряет лучших киберспортсменов, издателей, организаторов и представителей индустрии. Победители определялись зрительским голосованием и судейской коллегией, в состав которой входят 11 представителей различных международных компаний. Так, прорывом года стала игра PlayerUnknown Battlegrounds, а приз за лучшую киберспортивную дисциплину второй раз подряд получила Counter-Strike Global Offensive. Командой года стали игроки из Optic Gaming, выступающие в дисциплине Call of Duty. Звание издатель года забрала Riot Games. В онлайн-шутере Counter-Strike Global Offensive появилась новая система подбора игроков, основанная на так называемом рейтинге доверия, скрытом от самого игрока. Система призвана дисциплинировать недобросовестных геймеров и учитывает жалобы на токсичную игру и использование читов не только в CSGO, но и на других проектах площадки. Это была программа «Спорт 3.0» на канале FCDB TV. С вами была Юля. Увидимся в следующих выпусках. Пока!